Приветствую, комрады, приветствую, YouTube. Сегодня у нас компания большая. Приехали на двух машинах. В общем, наш состав сегодня. Ребята, сейчас увидите, с кем мы сегодня копаем. С каким блогером. И с его сыном. Ростик, передай привет. Привет всем. Ромка Тор. Привет. Вот так вот, ребята. В общем, вот мы втроем. И еще уже по лесу бегает батя, ну, как обычно, бегает Юра и Антоха, комрад. В общем, только будем начинать искать. Ребята уже готовы. Всегда готовы. Все, у Ромы остались мельчайшие приготовления. И все будет готово. Мой приборчик тоже на готове. Все, ребята, смотрим. Все, что найдем, вам покажем. Не переключаемся. Ребят, ну, по находкам пока голяки, можно сказать. Вот, нашел... Три гильзы, все три гильзы разные. Одна 17-го года, другая немка и вот такая вот еще пистолетная. Но зато радуют места. Места очень красивые, как сами видите. Такая вот низина. Оттуда мы пришли. Тут речушка течет. Вот. Красиво. Душа радуется. Водичка. Ай. Ладно, надо искать. Хорош любоваться. Так, ребят. Вот такое местечко. Вот комрад. Балочка. Дорожка. И, наконец-то, первый сигнал. Прям под листвой. Даже не пришлось копать. Вот лежит монетка. Видно, что это пятачок. Желтенький, дореформенный. Ну, давайте тиранем, посмотрим год. Наверное, 33-й. Нет. Пятачок 54-го года. Ну, как говорится, начало положено. Будем дальше искать. Комрады, был нечастый сигнальчик для этих мест. Вот, вывалилась находочка. По всей видимости, колечко. Ах, ренеть. Колечко рассыпалось в руках. Ха-ха. Бля, такого еще не было, блин. Вот дела, ребят. Ну ладно, обычная медная, в принципе. Просто грунт сырой. Да, ладно, копаем дальше. Ребята, следующий сигнальчик. Монетка вывалилась. По размеру двушечка. Да, 2 копейки. 1946 года. Есть такая монеточка. Вторая за сегодня. Ребята, там с той стороны батя с Юрой и с Антохой вроде бы как. А мы на этой стороне с Ромой и с Ростиком. А вон Ростик ходит. Ладно, ищем дальше. Ребят, вот возле речушки. Посмотрите на эту огромную иву. Для сравнения, вот фискарик и МД. Ствол, конечно, закрутило и серьезно. Да, блин, сколько ж ей лет. Хотя, в принципе, ивы вроде быстро растут. Но все равно, лет, наверное, 60 точно есть. Так, ребят, в общем, ходили мы, бродили по тому месту с находками. Слабоватенько. Есть, конечно, немного интересных вещей. Вот. А сейчас переехали поближе к поселку. Покурим, подумаем и будем дальше ходить искать, копать. Антоха, кстати, нашел вот такую штуковину. Интересную. О, вот такая накладочка. Вот эта фиговинка здесь была. Я сегодня что-то все ломаю, начал ее шевелить, и она отпала. Но хоть не как кольцо полностью развалилось. Такая накладочка. Может быть, с часиков с каких-то советских. Прикольная вещичка. Ты что, сливы точишь?
Хорошая? Да. Уже почти что. Почти что вяленая. Угу. Чернострюк. Хорош. Ладно, ребят. С голоду не умрем. Да, с голоду не умрем, это точно. Там вон тыквы кучей валяются. Будем тыквы жрать, если что. Ребята, поднялись мы, в общем, с той низины сюда наверх. Гляньте, какие здесь просторы и красоты. Ах, ешкин кот. Там лесной массивчик пошел. Мы обычно всегда в этом лесу копаем с обратной стороны. Это сколько-то там километров в ту сторону. Вот. А теперь мы на его окраинах, с этой стороны. Поселуха внизу старая, но с находками пока очень-очень туго, ребят. Ну, по крайней мере, я уже доволен тем, что мы сегодня уже надышались чистым свежим воздухом и насмотрелись на такую хорошую, красивую природу нашу. Эх, красота! Сейчас Росик что-то копнет там хорошего, наверное. Хе-хе. Ладно, будем дальше искать. Ребят, мы опять переехали. На прошлом месте находок практически никаких не было. Отъехали еще несколько километров от того места и находимся сейчас на вот такой возвышенности. Я сюда сам поднялся. Ребята, вот там вот виднеется вдалеке ставок. И стоят машины. Ребята там внизу. Ну, а я поперся сюда вверх. Захотелось. Ну, по дороге нашел гильзу и донце вот такое с какой-то другой гильзы или снаряда, не знаю. В общем, по находкам сегодня очень слабенько. Очень. Но зато ездим, смотрим новые красивые места. Ну, как видите, здесь такая высокая точка. Возможно, даже были какие-то
укрепления во время Второй мировой войны. Шиповника здесь масса. О, какой. Такой же, полупеченый на солнце. Ну что, ребят, буду сейчас ходить, попробовать что-нибудь найти. Смотрите, не переключайтесь. Речушка протекает. Вон третий комрад, я здесь. И там еще Рома с Антоном. Вот. Ты снимал красоты? Да, ребят, места, конечно, интересные, но без находок. Так, комрады, закончили мы наш сегодняшний коп. Вот находки комрада Ромы Тора. В общем, нашел он тут сегодня такую связочку ключей, подковку, ножницы, гильзач, украинские двушки и копеечки, советская копеечка, микроблесна. Вот такая вот, да, на тютюльку. Интересная цепочка. Видно, что такая несовременная, старенькая, древненькая. Вот такие находочки, в общем, у Ромы. Дальше Ростик сегодня копнул гильзача всеобразного. Потом воловья подкова. Топор. Только на купе можно такие слова. И различные монетки от украинских до советских. У комрады Юры советы до любови. Пуговички. У Антона всякое железо, ключи, неизвестная хрень, гильзы. Вот такая штука, которую я вам показывал раньше. Которую я, короче, ему подломал немного. Ну, ничего страшного. Дальше. Заходили мы сегодня еще, когда были в поселухе. Заходил я в старый сарай. Нашел там две такие рамы. Деревянных. О. Рамочки. Резная. Паспорту. Прикольная рамка. И такая стеклянная. В эмалях. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. Но это наши с отцом находки. Пули. Ложку спрятать. Старый нож. Ложка. Прятать не буду. Папик сегодня поднял вот такой, жалко, конечно, поломанный, но зачетный замочек. Хороший, симпатичный. Уже в конце копа я поднял такую накладку. Видно, что в патине, видно, что старинная, но для чего, от чего, неизвестно. Ну и немножко монеток. Ну все, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. До новых встреч. Пока.